Первый закон богатства. Золото тянется к тому, кто откладывает десятую часть своего заработка, обеспечивая будущее себе и своей семье. Любой, кто станет постоянно откладывать одну десятую часть заработанного и мудро вкладывать накопленное, постепенно превратит свои сбережения в большое состояние, которое обеспечит доходы на будущее и явится гарантией безбедного существования семьи, когда хозяину предстоит отправиться на небеса. Этот закон утверждает, что золото тянется именно к такому человеку. Я могу подтвердить его опытом своей жизни. Чем больше золота я накапливаю, тем более охотно оно работает на меня и множится. Золото, которое я откладываю, зарабатывает все больше и больше. И в этом смысл первого закона. Второй закон богатства. Золото работает в полную силу на мудрого хозяина, который выгодно вкладывает его в дело. В самом деле золото – ценный работник. При первой же возможности оно стремится увеличиться в размерах. Каждому, кто научился откладывать золото, дается шанс выгодно вложить его в дело. С годами доходы неизмеримо возрастают. Третий закон богатства. Золото нуждается в защите, а потому предпочитает осторожность и советы мудрых людей. Золото тянется к осторожному хозяину, точно так же, как ускользает от беспечного владельца. Человек, который ищет мудрых советов по части вложения капитала, очень скоро может не только увеличить свое состояние до гигантских размеров, но и сохранить его в целости. Четвертый закон богатства. Золото не любит, когда его заставляют работать в той области, где человек не сведущ. Человеку, имеющему золото, но не обладающему знания о том, как им управлять, сложно определить, какие сферы вложений наиболее выгодны. Поэтому он начинает суетиться и может ошибиться в выборе, а это чревато потерей капитала. Неопытный вкладчик, доверяющий только собственным суждениям, рискует поместить капитал в те предприятия, о работе которых он не имеет ни малейшего представления, а за допущенные ошибки расплачивается своими сокровищами. Мудр тот, кто следует советам людей, знающих, как управлять золотом. Пятый закон богатства. Золото ускользает от тех, кто вкладывает его в авантюрные или непродуманные проекты, воплощая романтические грезы о богатстве. Заманчивые перспективы сулит обладание золотом его новоиспеченному владельцу. Авантюрные идеи кажутся весьма соблазнительными, поскольку обещают немедленные и огромные прибыли. И вот тут-то стоит прислушаться к советам мудрых людей, которые знают, какие опасности скрываются за подобными планами.